Концерт воспитанники объединений студии молодежного центра готовили сами. Писали сценарий, подбирали номера, чтобы в канун праздника порадовать своих мам. На вечере подвели итоги городского фотоконкурса «Свет материнской любви». С каждым годом количество участниц творческого соревнования растет. В этот раз организаторам прислали более 100 работ. Фотографии оценивали в 5 номинациях. Где мы постарались отразить маму, женщину вообще в разных образах. То есть номинации есть такие супермамы, где мама может быть без ребенка на фотографии, ну, допустим, в какой-то очень оригинальной профессии или занимающейся каким-то видом спорта. «Моя мама лучше всех», где ребенок показывает свою любовь к маме. Кстати, в этой номинации у нас в этом году больше всего работ. Елена Севцова уже второй раз входит в состав жюри конкурса. Она отмечает, что любое подобное соревнование оценивать всегда тяжело. Работы все очень творческие, очень интересные, яркие, красочные. И достаточно тяжело было их оценивать. По крайней мере, тяжело было выбрать одну работу, потому что работ было действительно очень много хороших, красивых и приятных, которые хотелось бы как-то поощрить. Екатерина Бегаева неоднократно принимала участие в конкурсе, становилась призером. В этом году она победила в номинации «Супермама». Екатерина воспитывает 7-летнего сына. Быть матерью для нее самое главное в жизни. Этап, в который я вступила, и теперь это все для меня. Это растить ребенка, делать из него достойную личность, помогать ему стать личностью. Для меня это все. Победу в других номинациях одержали Татьяна Шкретова, Анна Кузнецова, Наталья Тараканова и Ольга Пономарева. Все фотографии, представленные на конкурс, можно посмотреть в группе молодежного центра ВКонтакте. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.